Доброе утро, бойцы и все, кто так или иначе связан с нашими зелеными рядами. Меня зовут Борисюк Екатерина, и совместно со своим коллегой Николаем Степановым мы ведем прямой репортаж с места событий. А находимся мы, кстати, на лыжной базе Красноярского государственного медицинского университета, где прямо сейчас в разгаре подготовка к старту военно-патриотической игры. Как вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий патриот? Человеческими. Он должен оставаться в любой ситуации человеком, независимо от того, умеет что-нибудь или не умеет. Он должен быть просто человеком всегда. Это самое основное. Сейчас участники отправились по станциям, где им предстоит сразиться в ловкости, знаниях и скорости. Ну, во-первых, встать в воскресенье утром – это уже подвиг для многих, кто здесь, поэтому молодцы те, кто пришел. Но ощущения, конечно, прекрасные, потому что организаторы попытались воссоздать всю картинку военных действий, и даже я попала под эти военные действия. Очень здорово, что мы проживаем эти события каждый год вновь, поэтому спасибо медицинскому университету, что даете такую возможность. Ну, а я с удовольствием и с радостью провела это воскресенье с вами. Фестиваля в условиях мирного времени. Мирное время, может быть, и существует по той причине, что наша молодежь занимается патриотическим движением, занимается подготовкой к службе армии, и наша страна из-за этого является сильной страной. Мир, пока мы сильные, да? Если мы будем слабые, мира не будет. Как вам сегодняшний день? Шикарный просто, мероприятие суперское, побегали от души, все классно.
Адреналин 9 мая, КСО.